Вагин. Руки заняты просто. Здравствуйте. Короче, элиту. Да. Разные нации, видишь, да. Можно крайнюю. Еще. Салам алейкум. Всем без купишков. Все, хорош! Олег, ты слышишь меня? Что случилось, говорите? ГЦ. Все, хорошо, ГЦ тоже подъехала, сейчас будем запускать. Можете камеру включать. Вот это клавиатурные герои, которые супер, в Инстаграм. Сейчас, подожди, Айба, машина проедет. Что там, тихо, нет? Сейчас, подождите, подожди. Все, можно? Все, давай, давай. Попал, да. Нет, ты чё? Сама шу порно. Эля же тоже, бля. Вдвоём, бля. Вот это огонь. Вот это драка. Да, бля, итак, вот так вот гоняет. Самая знаменитая ГЦ-8 города. Сливает прямо на дороге Манаса Бенц. Потому что сливает. Опасно, опасно. Продолжаем наше прямое включение. Самаш, почему вы не заливаетесь в городе? Короче, датчик гонит и пиздец. Знаешь, короче, сколько там бензина. Нурик, зажигай, хочешь? На, Нурик. Потом этот, откуда? Успей закрыть его. Хорош, вы врубай. Все, нормально. Давай, открывай.
Еще раз открой. Да, открой. Открой. Пойдем посмотрим. Закрой, открой. Там турбо-таймер. Продолжаем качать бензин. Еще. Ваши комментарии. Топ-гонщик Бишкека. Хорошо, что не сосем. Стоп. А что он стоп? Что он сделает там? Турбо-таймер вырубай. Там коллектор, осторожнее. Я вас прошу, сожгете мне машину? Я все это время думал, что это самашевская тачка, оказывается, это Игорька. Нет, 80-м же. 80-й? Да, я по акции залил. Нормально, самаш, не будет детона. Ты что, клапана нету, да? На зубаре нет. Специально. Все подбоки не передают. Пожарный. Если весь завод скажет, да, извини, пожалуйста. Так делать, там у байкешки еще газ есть. Я туда еще сосредоточить можно, размешать. Еще на раз. Все. Литров 10. Потом поедешь, заправишь его там. Да, обязательно. Он говорит, партнер нет, возьми. Смотри, он тебя записал, не дай бог, не замешь. Опубликую. Тут партнер нет, 80. Он что, 80? Да, на гонку приезжает, бензин сливает и уезжает. Короче, конкретный донор этой тачки, гейт нужен, да? Еще что-то нужно. Пацаны, будьте на старте сейчас, чайник греется, ГЦ подъедет. Ну да, я... Игорек, что, слышно, нет? Все, внимание, сейчас машины проехали. Сейчас, дай, да. Все, можно? Все, давай. Ну, ГЦ, походу, порвала коробку. Что, привод, да? Да. Гусан Райсинга. Вот это, да? Все, ГЦ не сможет, привод порвали. Пацаны с геологии переехали на Манас, село. Теперь они работают круглосуточно. Я говорю, пацаны переехали с геологии. Стоп, скоро будет. Да мы привода лучше поставить. Да я в Раше нашел уже за 15 тысяч комплект с редуктором. Базара нет. Перед имеешь в виду? Полностью. А, полностью? Ну-ка, можно пропустить? Это азот. Да. Сколько хватает? Снимайте. Азот, закись. На У нас нету записи, нос. Надо сюда нос приклеить. Нос нет. Вода у кого? Да, вперед.
Отойдите от дороги. Еще, еще, давай. Стоп, еще назад. Назад. Стой. Нормально. Олег, вы что, готовы? Игорёк, включай камеру, запись уже все. Полкорпуса впереди. Чайник? Да, полкорпуса. Базару нет. Чайник полкорпуса впереди. Чайник впереди, полкорпуса. И заезд, чайник против ГЦ. Пусть не гоняет, Пожмите руки. Все, мы в курсе, да. Спасибо. Поехали тогда. Все, да? Пересчет.